У меня были прозрачные колбы, это Slim 10, покупал в Днепре. Они нафиг полопались. Короче, они валялись, пока я не нашел на рынке местном. Вот такие вот роса. По резьбе они прекрасно подходят сюда. То есть удобнее потом сбрасывать водичку. Единственное, что могут фильтры не подойти по высоте, но их можно обрезать, это вообще не проблема. Если, конечно, не хочется потом голову ломать. Плюс, обратите внимание, чтобы было постоянное давление, не превышало нормы. То есть тут ночью 6 и больше бывает. Я на 4,2 редуктор отрегулировал, то есть все нормально. Бойлер дает, конечно, сброс. Но этого иногда почему-то мало, и обратный клапан тоже сохраняет ваши колбы. Можно еще воду перекрывать, если надолго уходите. Были и такие приколы, когда фильтр порвало, и оно течет. Вот. Родные крышки тоже такие дебелые, но тут резьба не совсем подходящая, 20-я, а мне 15-я. И проход вообще какой-то мелкий. Все их оставил как запасы. Вот эти вот колбы удобно демонтировать ключами. Я не знаю, еще, например, от Слима. Эти ключи у меня полопались. Я не знаю, там их толком не используешь. А эти даже один. Никто не сломался, так смотал их два изолентой. Удобно откручивать. Все, пока.